Так, мы нашли с Полинкой новую игру про Барбоскиных. Да. Всем известных. Да. Значит, смотрите. Что здесь пишут? Я загадаю рыбу, а ты попробуй поймать именно ее. Чем больше рыб мы успеем поймать, тем лучше. Да. Вроде условия понятные. Начинаем играть. Так. Он эту рыбу загадал. Он нам загадывает. Как? Ага, надо мышкой. Ага, надо аккуратненько. Опа, есть! Вытаскиваем. Не так уж и сложно, да? Давай попробуем усложнить задачу. Давай. Уровень второй. Все поймал. Еще одну надо. Ага. Нет, не та рыба. И опять не та. Есть! Мы поймали две рыбы, которые нужны. Отлично, я вижу, ты их разбираешься, как играть. А у меня есть еще рыбы. Вперед! Вот она, вот она, вот она. Поймали! Три штуки. Есть! Так, осторожно, осторожно. Ай, нет, не это. Есть! Уже! Мы поймали это. Молодец, продолжай в этом же духе. У тебя отлично получается. Есть. Есть. Ай, не та. И опять не та. Опять. Куда вы клюете, не те рыбы. Есть, ура. Есть еще одна. Давай, леди, у меня есть игла. Другая. Другая игра? Да. Подожди, надо же это остановить. Леди помочь, помыть посуду. Ну хорошо, будем леди помыть. Бери тарелки из грязной кучи, протирай их от грязи в раковине и складывай стопкой чистой посуды. Давай я. Давай, Полинка, ты играй. А ты посмотри. А я посмотрю. Моет. Ух ты, как ты чисто моешь. Молодец. Молодец, Полинка. Чище мой. Тщательнее. И посквозь. Ура, молодец. Продолжай в том же духе. У тебя отлично получается. Вот так вот. Все кушают, и никто посуду за собой не моет, да? Да. Приходится мыться. Молодец, Полина. Лучше мой. Две тарелки остались. Да. Ой, макароны кто-то ел. Ух, отлично справляешься. Как так держать? Ну, тут еще посуда накопилась. Это какие же прожоры тут были? Только это имел дюдёк и Генка. Столько посуды. Это дюдёк все сделал, Лидя. Ах, дружок этот. Хороший у него аппетит. Он моил рыбу и кусал ее. Но маленько посуду взял с собой. Лидя, я знаю, какой дело этот дюдёк. Быстрее, быстрее, быстрее. Уф. Молодец, прекрасная работа. Уф. Я не успела. Тебе нравится эта игра, Полинка? Да. Ну хорошо. Тем плохая. Да. Смеешься? Дурацкая это была игра. Мой посуду давай, не смейся, а то сейчас разобьешь. Как хочешь. Все, молодец. Замечательно. В общем, вы поняли. Можно играться, мыть посуду. Короче, полно разных игр. Выбирайте сами. И пишите нам в комментариях, какие вам игры нравятся. Мы в них тоже поиграем. Да, Полинка? Да, давай баранов. Баранов? Сейчас поиграем в баранов.